Truly. Как приятно. Всем хай, с вами Юджин, и у меня для вас прекрасные новости. Но вы уже видите, в чем прикол. Борода! Борода выросла обратно. Все, теперь можете надо мной не угорать, не троллить меня и не булить. Ведь сколько можно? Постоянно в комментариях читал. То прическа вам моя не нравилась, то лицо слишком гладкое. Хватит, все. Прическа вернулась, борода вернулась. Все, как вы и хотели. Нет вообще своего мнения, своей жизни нет. Я просто... Короче, ребят, друзья, друзья мои, друзьяшечки, играем с вами игру под названием Mother. Вы уже прочитали название. Меня заинтересовала эта игра очень сильно, когда я посмотрел у кучи других ютуберов. Если же на то пошло, то да, я так и подбираю себе игры. Я, как правило, просто захожу куда-нибудь, смотрю, о, там кто-то чувак играет в такую игру. Я ее тоже могу поиграть. Почему бы нет? Мне лень искать игры. Короче, играем в Mother. Крутая игра, судя по всему. И мы будем с вами матерью, которая должна будет защищать от всякого своих детей. Сына да дочку. Тимми и Сару. 7 дней после похорон. Ого. Мне нравится. Игра сразу атмосферу такую, знаете. Прям нагнетает. Я люблю такую графику в играх, особенно в хоррорах. Я должен что-то делать? А, нет, стоп. Это... А кем я играю? Используйте мышь, чтобы смотреть. Я смотрю. Я использую и смотрю. Оу. Меня пугать будут сейчас или как? Это не человек. Это точно не человек. А что это? Слушай, анимация какая-то такая прикольная. Мне нравится, как выглядит. Кто это? Это когти. Я видел когти. О, что так тихо? Окей. О! Ух ты! Ух ты! Мама! Зовут маму. Ну-ка, что это у меня в руках? Мобила? Как открыть? А, вот смотрите. Окей. Я забыл сказать, что это игра хоррор. Но вы уже и так это поняли. Я не понимаю, что мне надо сделать. Значит, стамина. У нас есть стамина. Контакты. Я должен как будто позвонить или что? Ага. Значит, F, чтобы взаимодействовать. Хорошо, окей, туда мы не могли пройти. Мы вышли как будто бы откуда-то. Мы кого-то обидели, что ли, и пошли дальше? По коридору? Домой вернулись. Ночь первая. Мне надо спать. Доктор Хьюгюс. Take the pill. Ага, нужно принимать таблетки. Короче, доктор говорит принимать мне таблетки. Ну-ка, как прочитать само это сообщение? Не принимай больше, чем... Итак, рецепт. Принимай 3 красных таблетки, 2 зеленые и 3 синие. Следующие 2 дня нужно их принимать перед тем, как идти спать. Это поможет утихомирить, короче, твое эмоциональное состояние после травматических событий. Не принимай больше, чем прописанное. Or you will be running the risk of... Или у тебя, короче, будет целая куча побочных эффектов. И если ты все-таки приняла, иди в больницу немедленно. Желаю тебе самого наилучшего, Мэри. Окей. Ага, правая и левая кнопка, все. Нам нужно, в общем, таблетки. Итак, взять таблетки, раз. I should place the... Мне нужно куда-нибудь поставить эту урну. А. Короче, у меня что, муж сдох? Ой, простите, погиб. И вот это меня очень травмирует, Тиля. Посмотрите на вазу. О, боже мой. Такое ощущение, как будто она еще не совсем подсохла. А мы уже туда прах поставили, насыпали. Сюда, может быть? По-моему, сюда идеальное место. С глаз долой, из сердца вон, как говорится. Что это? Нет, не надо. А где мои дети? Сначала надо поставить, в общем, вазу. Куда-нибудь на видное место. Да? Или как? Мы только переехали, и мы... Вот, сюда. А, зашибись. Нет, туда не хочется смотреть. Срочно, срочно, срочно. Где мои... Это что? Это щиток электровой. Электровой щиток, Евгений сказал. Итак, а это что такое? Аларм. А, сигнализация. Тревога, короче. Открыть ничего. О! Нет, нельзя сюда ничего сделать. Сюда пойдем. Итак,
Пилюли. О, давайте вспомним. Я уже и подзабыл. Стоп. What fucking drove him to this? Что его... Ну, давай посмотрим заново. О, погодите, это не то. Вот. Я все еще не могу поверить, что его больше нету. Всего на прошлой неделе я говорил с ним, и он казался счастливым, и все казалось нормальным. Я никогда не ожидал от него этого. Я думаю, я знаю своего брата. Какого хрена? Что, точнее, что, блин, заставило его это сделать? А теперь доктор Хьюгюс. Еще раз, нам нужно три красные, две зеленые, 2, 3, 2. Так, берем. А как мне их взять? Охрененно. Мне нравится. Так, надо насыпать. Стоп, раз, два. Оп! Немножко переборщил с таблеточками. Ну, раз такая пляска пошла, то можно, наверное, и не так сильно беспокоиться, да? Зеленые. Надо две. О, оп, блин! Ладно. Как же сделать это аккуратно? И так высыпается. Ой, аккуратней. Их три нужно. О боже мой. Ладно. Что теперь? Миссия пойти в больницу? Это должно быть достаточно. И, по-моему, это более чем достаточно. И спать. Сидя? О, блин, эта женщина очень плохо засыпает. Так, да, falling asleep. Falling asleep. Нам можно проснуться на F, но, я думаю, не нужно, да? Все нормально. Где дети, которых я должен защищать? Я их не видел пока еще. Сохраняюсь. О, а где это я? А что это? Где это я? Кайла и Кайл. Well-being и их состояние. Короче, Кайла и Кайл все еще живы. Смерть ваших детей, и это финал. И не может быть... А, короче, перманентная смерть. Это, понимаете, монстр, это, скорее всего, у нас в голове. Это мы должны сами себя... О, открываем глаза. О, мы должны держать, чтобы продолжать смотреть на этот мир, чтобы глаза не закрыли сами. Как мне выйти? А, все. А, мы можем как бы кимарить, а такие хоп, 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 хоп. Слушайте, крутая игра. О, нет, побочные эффекты. Короче, это типа вдохновлено 5 ночей с Фредди и подобными играми, где тебе нужно каждую ночь продерживаться. Это прикольно, мне нравится. Так, свет включили. О, куки! Как мне съесть? Надо, может быть, детёшке своей дать? Детёшке своей! Так, Кайл или Кайла? Где вообще мои дети? Таким образом, наверное, я буду им восстанавливать здоровье. Кто? Кто? Так, у нас нету никаких новых сообщений. Это нормально, хорошо. Свет надо... Опа! Так, Кайл, мой любимый сыночек, на печеньку. Ты что делаешь? Вы что? А? Господи, идите сами меня пугают. Так, спать пошла. Хватит, мать говорит с вами, спать пошел. Мне скучно. Я тебе дам скучно. Мяч брось. Мяч оставь. Все, я поймал. Не смей. Так. А, поговорить. Так, давайте. И мне скучно. Хорошо. Спать пошел. Пожалуй, я последую за тобой до кровати. Ну, пошло. Пошло. Мерзкое отродье. Так, Кайла. Ей тоже скучно. Ну, давай, раз скучно, все спать пошли. Да. Так, напомните мне... Ой, сюда нельзя пройти. Напомните мне, где вы спите. Вот. Скорее всего... Ну-ка, здесь кто-нибудь есть? Видишь, никого нету. Можем спрятаться. Я буду наблюдать за вами, детишки. Не бойтесь, ложитесь спать. Ладно, кто улегся? О, это Кайл. Кайл, это старшенький у нас, старшая. Все, ну-ка, дайте поцелуем его на ночь.
Он не очень хочет. Так, что это за металлическая штука? Сражаться? Вытащить? Получилось? Закрыть окно. Что за металлический пруд торчал в окне моего сына? Что за нафиг? Ладно, Кайло, пошли. Не нервируй меня, пожалуйста. Оу. Ой. О, кто так фоткается? Что это за искусство? Доченька, мама приняла гораздо больше таблеток, чем прописывали. Поэтому, если не хочешь, чтобы я тебе прописала в таблет, не нервируй меня. Где этот выключатель? Где? Очень странно кухня у нас сделана. Здесь нельзя спрятаться. Нет, здесь можно спрятаться. Здесь везде можно спрятаться. Вот кровать, иди сюда. Мама спит сидя, короче. Вот в чем вся фишка. Ну-ка, легла. О, телепортнулась просто. Все, все в порядке. Все, спи. Карен! Карен, не сообщи. Я отвечу на пару сообщений, потом тебе сказку почитаю. Мэри, как у тебя дела? Уже лучше? Я так волнуюсь за тебя. Как дети? Дай на в порядке, дети. За меня волнуйся. Похоронная служба. Мы очень рады, что вы выбрали гармонию, чтобы организовать ваши похороны. И простите, не ваши, а вашего мужа. Вам пока еще похорон не надо, но если надо, будет, зовите. We hope that we helped the mourning of your lost one. Надеюсь, мы смогли вам помочь облегчить... горевание вашего потери, после потери вашей любимой. Короче, я такой кое-как. Мне проще понимать самому, чем переводить. Если вы были удовлетворены нашим сервисом, не забудьте оставить ревью, обзор, точнее, отзыв на нашем сайте. Окей. Карл звонит. А, все это мы уже с вами все прочитали. Окей. Отзыв на сайте им надо оставить. Муж сдох, похоронили хорошо, спасибо. Так, открыть не надо, открыть. Ну-ка. О, свет. Жесть. Писать отзывы в таких вот компаниях, я даже не знаю. Это, наверное, очень странно читать. Контекст ситуации такой. Ладно, давайте посмотрим телек. Хорошо. Моя любимая передача. Спасибо. Опять закончили на клиффхенгере. Буду теперь год ждать сезон. Топ это оставляем. Я не особо понимаю, что я должен делать. Тостер. Так, свет. Нет, оставить. Кто-нибудь здесь есть? Сынок, ты сдох? Он вроде бы жив. Дергается еще. Окей. Давайте закроем шкаф. Неприятно, закрылось. Что мне делать? Что? Куда? Так, вот еще есть ванная. Мы можем здесь, наверное, включить свет. Принять ванную? Нет. Нельзя. В вентиляционную не залезть. Так, здесь тоже можно спрятаться. Но, видимо, в таком случае, раз мы всех уложили, может быть, нам самим пойти спать? А, походу, да. Так. Таблетки мы уже с вами приняли, все. Давайте теперь. Не могу пойти спать, еще куча дел. Каких дел? Неужто ли стирка и так далее? О боже мой, все эти домашние дела. Я не знаю, какие у меня еще есть дела. Я просто хожу с телефоном. Вот и все мои дела. Может быть, надо отзыв все-таки написать? Что такое? А! Посмотреть. А, что? Как-то тихо. А, вот занятие. Принять таблетки, закрыть окна. Закрыть окна? Мне еще нужно два окна найти и закрыть. Все окна, блин, закрыть. Срочно. Закрыто. Вот, не закрыто. Быстро закрыть. А, и вот ты. Не хочу, чтобы нас продуло. Особенно моих драгоценных детей. Итак, это сделано. Теперь принять свои таблеточки. Давайте еще раз я себе напомню.
Сколько надо? 3 красных, 2 зеленых, 3 синих. Ну давайте попробуем. Красные. Аккуратненько. Аккуратненько. 3 красных. Давайте вот сейчас, как батьки, как будто бы мы всегда это делали. Оп, одно. Чего? Где? Таблетки? Таблетки закончились! Может, я сожрал все до этого? Ладно. Блин. Ну ладно, хорошо, 2 зеленые. Там вроде бы еще осталось, да, чуть-чуть? О, блин! Да что ж такое? Снимись. Хорошо, и 3 синие. Ну как бы все. Таблетки приняты. А теперь надо... Таблетки странный вкус имели. Теперь спим. Так, оп. О, блин. Нам нужно периодически смотреть, да? И не знать, чего ждать. И не знать, чего ждать. Прикиньте, так пытаться заснуть. Окей. Надо просто кофе всадить. Что? Кто-то включил телек? Надо проверить пойти. Так, новое задание. Какое? Сделать так, чтобы шум прекратился. А, таблеточки вкусные, прекрасные. А, дети! Вы что, охренели? Пугать? Не надо меня так пугать. Что вы? Что не с глазами? Он здесь. Он там? Там? Где? Я его вижу тоже. Он смотрит телек. Кто? Муж. Нет. Вы уверены, дети? Вы с ума сошли? Вы хорошо спали? Вы сколько таблеток приняли? Надо было нисколько. Вам нельзя, это не вам. Деактивейт. Деактивейт. Ай, прости. Все, спать. Надо написать об этом. Некому. Дети. Хватит играться. Блин, Кайл, в постель, марш. Это Томми, наш новый друг. А, это не папа. Фу, я испугался. Томми живет в этом... Куда? В этой квартире. Чё? Он говорит нам, чтобы... И мы шли за ним. Он хочет что-то показать нам. Нет! Не ходите! Нет! Закрыть! Как мне закрыть? Что я делаю? А, я жму вперед. А, вон он, Томми сидит! Вон, стрёмный. Крыса дохла? А, сейчас её заберет какая-нибудь рука, да? Пожалуйста, закрой вентиляционную. Мамка, куда ты полезла? Чтобы вы понимали, это я жму вперед. Я управляю, но что дальше? А, взять крысу. А, зачем? Зачем? О, странно было. Где? Так, Кайлы. Вы задолбали меня, серьезно. Хватит, я и так на нервах. Что за Томми? Кто придумал его? Ты? Ты видела Томми? Почему Томми ушел? Да задолбали. Задолбали. Спать. И ты спать. Какие страшные звуки издают. Мы можем закрыть эту вентиляционную? Боже мой. У меня таблетки закончились. А сначала, значит, мы уложим дочурку. Да.
Хорошо. Все, Кайла, быстро легла. Хорош. Действительно быстро. Очень быстро. Так, выключи все. Спокойной ночи, дорогая. Кайл, идем за мной. Больше телек ночью не смотрим. Маме надо поспать. Если мама не поспит, ты уснешь вечным сном, мразь маленькая. Хорошо? Спасибо. Вот здесь ложись. Вот тут ложись. Твой кролик тебя защитит. Ты здесь? Ты лег? Просто... Давай, спи, сынок. Сыночек мой. Фух. О, мама так устала. Кто-то что-то пишет? Ну-ка. Как дети? Я хочу... Я надеюсь, что они живы-здоровы, короче. Здоровы ментально и физически. И ты тоже, Мэри. Тебе нужно привести в порядок дом. Это поможет тебе улучшить настроение. Что ты знаешь? Что ты вообще знаешь о том, что мне нужно, что мне не нужно? Фу, я завожусь, не надо заводиться. Все в порядке, Мэри. Все хорошо. Итак, спать. Ну, конечно. Выключился свет. Ну, ладно, так бывает. У меня умный дом. Смарт-хаус, понимаете? Все подключено, все работает. Все очень технологично. Окей, засыпаю. Я засыпаю. Таблеточки очень вкусные, очень действуют хорошо. Мы уснули! Прекрасно. Теперь кофейка. Маме помогает кофе. Чем больше кофе, тем маме лучше. Так. Кайла. О, смотрите, здоровье улучшилось. Они все еще живы. Хорошо. Некоторые действия, такие как вести детей в кровать или защищать их от урона, будут улучшать их здоровье. Click to continue. Ладушки, друзья, короче, в этой игре самое страшное будет это мои собственные дети. О чем эта игра пытается нам сказать? Короче, я думаю, на сегодня мы с вами закончим. Очень прикольно. Меня прям очень забавляет играть в эту игру. Погружаться в роль мамы и творить какие-то ужасные вещи и говорить ужасные вещи. Это всегда забавляет. Очень надеюсь, что вам это нравится тоже, друзья. Если так, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ждите новые эпизоды по этой игре и по другой любой игре. Главное, не забудьте нажать на колокольчик и поставить все уведомления, чтобы ничего не пропускать. Также не забывайте про все мои соцсети, про мой телеграм-канал, где куча крутого контента, все ссылки будут, короче, в описании. Ну а с вами был Юджин, и всем пять!